Привет, дорогие друзья! Меня зовут Вера, и это мой канал о вязании Азалия Нитин. Сегодня у нас 28 февраля 2022 года, и время подвести итоги по совместному проекту «Свяжи со мной плед», который организовала Лариса Подлегаева. Я здесь уже положила на фоне две готовые работы. Это два пледа, один из угла в угол, и второй бабушкин квадрат. И также у меня есть новый процесс, который не закончен, плед Орден Феникса, который я покажу чуть позже. У меня было выпущено 10 отчетов. Один отчет, 8-9, был совмещенный. Вот, и вообще должно быть 10 отчетов по этому совместному проекту. Ну, сейчас давайте поближе посмотрим работы мои, два этих пледа, и посчитаем общее количество пряжи, которые я извязала за эти 4 месяца в совместном проекте «Свяжи со мной плед». Итак, первый плед – это снеговик в технике из угла в угол. Я это все уже подробно показывала в своих предыдущих видеоотчетах. Сейчас я вставлю фотографии, слайд-шоу для кусочки видео, не знаю, что подберу, где будет хорошо виден этот плед в развернутом виде. Вот смотрите, такая вот обвязка сделана. Вот он, снеговик и обвязка у меня. Я увеличила размер пледа за счет обвязки. Вот тут шишечки такие на белых полосочках. И сейчас посмотрим уже в полный рост плед. Вот и готов мой плед-снеговик, выполненный в технике из угла в угол. Полное текстовое описание и схему можно прочитать на моем сайте. Ищите ссылку в первом комментарии. Оба моих пледа связаны с пряжей Red Heart Super Saver. Это американская пряжа. 198 грамм, 333 метра. И крючок я использовала также для обоих пледов 3,5 миллиметра. Ну и сейчас надо подсчитать, сколько же метров я извязала всего. Для каждого пледа я уже считала в своих предыдущих видеоотчетах. Вот 1818 метров это пошло на этот плед снеговик. Я это все подробно рассчитывала, взвешивала в четвертом отчете 20 декабря. Была у меня готовая работа. Итак, вот у меня второй плед. Кстати, текстовое описание и первого, и второго пледа вы можете найти на моем сайте azalianitin.com. Ссылка будет в описании к этому видео. Это новый сайт, где там я выкладываю только свои работы и описание, и схемы к ним. Этот плед у меня большего размера получился. Сейчас посмотрим, что я тут записала насчет этого пледа. Этот плед я показывала в 9-м отчете 10 февраля. Готова работа. Плед «Бабушкин квадрат» 1746 грамм извязано или 2937 метров. Размер пледа 180 на 145 сантиметров. Ну вот очень красивые яркие квадраты. 20 квадратов размером 31 на 31 сантиметр. Ну и давайте тоже посмотрим какой-нибудь слайд-шоу, кусочки видео пледа в развернутом виде на весь экран.
теперь хочу показать вам продвижение по моему третьему пледу, который я не успела закончить, но уже значительную часть связала. Он будет ажурный по кругу. Спицы у меня 2,75. Здесь можно разглядеть узорчик. Я вяжу его по книге «Гарри Поттер. Вязаная магия». Уже показывала эту книгу и во вступлении, и в отчетах. А «Гарри Поттер» почему? Потому что здесь буквами написано «Орден Феникса». Я уже хорошо продвинулась, связала все буквы. Сейчас ничего не вяжу, кроме этого пледа, чтобы побыстрее закончить. Вот по-английски написано «Order of the Phoenix». Вот это слово «феникс». Это PH, это у нас U, E, N, I, E, X. Ну и там основная часть надписи, тут не видно, спицы все стягивают, поэтому не показать хорошо. Спицы у меня 120 сантиметров длиной, но вязать еще много, 75, по-моему, рядов еще осталось. Ну и я так ожидаю, что в диаметре плед получится 140 сантиметров. В начале тут видны такие листики красивые. Но это все, если так расправить, можно увидеть. Дальше тут такие лепесточки зигзагами, а потом буквы идут. Это слово «орден». Ну а после букв уже такие вот называется перья, узор ажурный. Но он похож на зигзаг Миссони, только тут еще вот эти ажурные дорожки смещаются. Красивый, необычный узор. Пряжу я показывала в 10-м отчете, в предыдущем. Ну вот, еще раз могу показать просто для напоминания. Две косички у меня осталось, а заказывала я 4. Одна полная коса 200 грамм у меня связана, а вторая уже смотана тоже в клубок. Это вот остаток от второй косы. Все цвета там, то есть нить не разъединяется, не обрывается при переходе между цветами. А то я переживала, что там 7 мотков собраны, и вдруг они разрезаны. Ну и сейчас я посчитаю, сколько здесь у меня тоже метров связано. Хоть это и нельзя прибавлять, так как работа не готова, я прибавлять не буду к той цифре, ну просто посчитаю для интереса, сколько же метров. Пряжа тонкая, здесь много должно быть. Сейчас я сложу метраж для первого и второго пледов. 1818 плюс 2937 получает 4755. Вот это итоговая цифра. И сейчас я посчитаю для третьего пледа. А чтобы посчитать, сколько связано, нужно взвесить этот клубок. Я отниму это число от 200 граммов, прибавлю 200 грамм от первой косы и получу уже сколько у меня грамм связано. Потом переведу это все в метры. Включаем весы. Так, 0 грамм. Вот. Так, 172 грамма. Еще раз. 172 грамма. Двести минус 172. Получаем. Двести минус 172. 28. Плюс 200. 228. Так, ну и считаем 440 умножить на
228 делим на 200. Получаем 501,60. Это я уберу просто 501 метр. Поэтому ответ такой 4755. И 501 метр это уже дополнительно не участвует, потому что плед не довязан. Ну что ж, вот такие у меня итоги в этом совместном проекте. Извязано 4755 метров. Это готовые работы. Ну а так для себя еще посчитала, что 501 метр это недовязанная работа третья. И этот плед я уже буду довязывать отдельно в другом совместном проекте, в вязальном бинго. Осенью, скорее всего, Лариса организует вторую часть, второй сезон совместного проекта «Свяжи со мной плед». Все желающие могут присоединиться. Ну, а я на этом заканчиваю свое видео. Прощаюсь с вами до следующего видеоролика. Проходите по ссылкам в описании, смотрите работы других участниц. У них уже очень много красоты связано. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!